По легенде очередных учений, пожар случился в одном из студенческих общежитий. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя 5 минут. Слаженными действиями огнеборцы локализовали очаг возгорания. Спасатели помогли вывести студентов из горящего здания и оказали медицинскую помощь. Байрат Пешничига. Подобные учения противопожарная служба проводит систематически. Несмотря на это, число пожаров не сокращается. С начала года в Аше произошло 46 пожаров. 2 человека погибли, общий ущерб составил 6 миллионов сомов. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 36 пожаров. Ущерб тогда составил 5 миллионов сомов. Главная причина пожаров – несоблюдение правил безопасности. Нарушения встречаются на каждом шагу, сетуют огнеборцы. В Волжской межобластной детской больнице на участке, где расположен пожарный гидрант, построили теплицу. Без разрешения противопожарной службы поставили ограждение. Все подъезды к источнику воды закрыты. Если подъедут пожарные машины, здесь они не поместятся. Второй пожарный гидрант, напротив, остался под открытым небом. Все механизмы уже заржавели, а колодец превратился в мусоросборник. Для учреждения, в котором лечится несколько сотен детей, беспечность просто преступная. В прошлый раз приезжали пожарные, проверяли, попробовали открыть, но не смогли. Мы думали, что они приедут снова и починят. В городе Ош имеется более 300 пожарных гидрантов. Около 100 из них неисправны или даже демонтированы. Половина пожарных водоемов и прудов пришла в негодность. И бороться с огнем ошским пожарным становится все труднее. Гульбара Кенджеева, Жылдызбек Болотбеков, Общественный первый канал, Ош.